Ну вот и все. Пора уезжать. Посадила свои новинки. Прикопала их, пролила. Вот такой вот заборчик поставила там. Плетеночку такую организовала и защиту от ветров. Скоро придет такси. Пора ехать. Последний взгляд. Прощание с садом. Вот Аристату грациоза. Все-таки еще хлопчатобумажной тканью я обмотала. Все может быть продлится ее укоренение. Вроде бы сделала много чего. Хотя, конечно, всегда найдется то, чего я не сделала. Прохладно, конечно. Даже вон снег уже лежит. Не тает. Приехал он лежал, и уезжаю он лежит. То есть, в принципе, около нуля или минус один температура. Листья не собраны, но ничего. Мой сад это допускает. Все мною охвачены заботой моей. Рассекатели поставлены, бутылочки подложены, лапничек подложен. Ой, все так, что самой пройти невозможно. Нагородила так, что не пройти. Что-то тут конструкция какая-то моя. Визели, кипарисовик визели. Тоже немножечко. Прервалось видео, позвонил мне такси, что пора уже идти. Даже прощальное видео будет скомканное, разорванное. Прощай, прощай, мой сад. До свидания. До свидания. Осталось сказать последнее прости. На могилке моей собачки и до весны. Прощай, сад. Встреть меня красивым, ну хотя бы таким, каким я тебя оставила, чтобы ты был целенький, неповрежденный. Прощай, сад. До апреля. Прощай, мой ангел.